Реальное лишение свободы. В Сургуте вынесли приговор мужчине, который угрожал выбросить своего внука из окна высотки, а затем едва не напал на полицейских. ЧП произошло 14 сентября на улице Кукуевицкого в доме номер 2. Предотвратить возможную трагедию сумели очевидцы. Один из них увидел, как мужчина в оконном проеме 5-го этажа держит за ноги плачущего мальчика. Возвращаясь в машину, за телефоном сургутянин заметил проезжавший мимо экипаж патрульно-постовой службы. Догнал его и рассказал о преступлении. Правоохранители прибыли на место, однако попасть в квартиру сразу не смогли. 68-летний подозреваемый тогда угрожал пустить в ход металлическую кувалду. Позже пьяного, как оказалось, мужчину скрутили и арестовали на период следствия. Задержанного обвиняли в угрозах убийством и применении насилия в отношении представителей власти. Приговором Сургутского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.